Сегодня Пенза встречала чемпиона мира по самбо Алексея Харитонова. Зареченский спортсмен в греческих Салониках стал сильнейшим в своей весовой категории. В финал я боролся с спортсменом из Грузии. Ему дали предупреждение сначала. Потом я с грузином. Потом я сделал бросок. И еще его додавил, сделал болевой прием. Финал закончился досрочно. Серьезно, это союзные республики бывшие. То есть Грузия, Белоруссия, Казахстан. Монгол был тоже, конечно, не союзные республики. Вот. Вот эти были наиболее такие серьезные противники. По признанию Алексея, ни малейшего сомнения в своей победе у него не было. Столь высокий титул наш борец завоевывает уже второй раз. Первый золото мирового чемпионата он взял ровно 7 лет назад. Уже сегодня, вернувшись в Заречный, спортсмен продолжит тренировки. Впереди еще один важный старт – чемпионат России, который пройдет в марте следующего года.